Всем большой привет! Мы совместно с компанией Ravento проводим для вас конкурс, где у нас будет один победитель, который станет обладателем вот такого фена. Итак, я вам немножечко его покажу. Он довольно увесистый по объему. У него здесь три насадки. Первая насадка для придания объема, обычная, классическая. Вторая насадка у нас вот такая плоская. И третья насадка очень интересная, с различными такими металлическими зубьями, которые можно тоже придавать объем, и между этими зубчиками как раз захватываются волосы, и с помощью нее, я думаю, достаточно эффективные такие пряди должны получаться. Как показано у нас здесь в брошюре, в инструкции, это должно выглядеть как-то таким вот образом. Итак, какие еще функции у нас у этого фена? Три режима температурных и скоростных, то есть всего 6 режимов получается. Сейчас у нас на нуле, включаем. Также у нас режим звездочка есть, идет поток отсюда 30 градусов, что очень важно, так как в основном у фенов идет воздух 40-45 градусов, и это выглядит примерно так. Немножечко мы поэксплуатировали фен, убедились, что с ним все в порядке, и он в целости и сохранности дойдет до нашего победителя. У фена есть также функция ионизации, чтобы волосы были более гладкими, послушными. Керамическое покрытие решеток. Есть петля для подвешивания, но, кстати, вот этот шнур, он не вращается, то есть он так очень зафиксирован. Вот, собственно, такие основные функции этого фена. Я надеюсь, победителю он очень понравится. И давайте же перейдем теперь к условиям конкурса. Все как обычно, вы мой подписчик, вам должно быть более 14 лет, либо разрешение родителей на то, чтобы вы получили эту посылку. Вы должны поставить лайк этому видео. Также условия от компании Ravento. Вы, кто участвуете, должны вступить в их группу ВКонтакте и в Facebook. Давайте сделаем участвующим комментарий, ответ на вопрос, что вы хотели бы попробовать из этой фирмы, либо, может быть, что-то у вас уже есть. То есть вот такие вот ответы для участия будут приниматься. Я вас не ограничиваю в количестве написаний комментариев, но, пожалуйста, давайте не спамить, чтобы не было такого, чтобы у нас в ряд шли одни и те же комментарии от одного и того же пользователя. Победителя я буду выбирать методом случайных чисел, и после того, как я получу ваши почтовые данные, я сама отправлю вам этот приз. Конкурс международный, вы можете участвовать из любой точки мира, я отправлю этот фен победителю, где бы он ни был. На этом все, я желаю вам всем удачи, всем вам всего хорошего, пока-пока! Пока, до новых встреч! И самым главным условием является то, что вы должны будете обязательно посмотреть видео вот с этим утюгом. Это, конечно же, шутка, но на самом деле этот утюг тоже пришел мне на затест. Он очень-очень тяжелый, и я постараюсь сделать какое-нибудь такое интересное видео, чтобы вам было очень интересно его смотреть, и чтобы это был не какой-нибудь скучный обзор. Мы с вами еще увидимся!